Найди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Видел, да, вырезку? Нет, что там, что-то кавказский опыт. Там, где, здесь? Да. Нет, что здесь? Там где? Я это все. Да, не хорош там, блин. Да. Там все бред. Ну, там, посмотри. А, история? У тебя на этом есть, что у тебя там этот Apple, да, этот планшет дома? Нет, там я все выяснил, там ничего нет. Контакт с тобой установлен? Нет. Игры там детские, все удалено. Поэтому я предлагал вставку заехать поближе. Говнальчики вообще, да, печалька у них вся. Там почти уверен. Вообще сейчас ничего не ловит. Нет, связи, да? Да вроде 3G. Попробуй со спортом как? Ну, это же рядом, как это спорт. Будет какой-нибудь город, надо будет смотреть. Смотри, какие там города у нас есть. Все диктовал. Армавир у нас где-то впереди.
печально с этим в этом городе, потому что, ну, все-таки харам. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Зашибись, мы сделали, да? Опору посади, давай поставим. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Что здесь таких вылавливают и наказывают, да, как? Ну, мне так кажется. Алло. Я даже не помню уже, что я хотел. Что-то звонил, наверное. Что там, как дела у тебя? А что мне фотки, кстати, не сделал? Вот. Впереди город. Ограничение 60. Да.
даст, не даст. Не знаю, он пьяный в говно мне звонит, да Валёк спит, блядь, а он мне там это, а чё, как это, как то. Я говорю, что завтра надо делать. Он косарь нам торчит еще. Нам компрессор кондиционера же вернули. Вот. Мы отправили типу 6 рублей. Вот. Понял, ну. А толстому за баллон надо 5-400. 400 рублей мы с него списываем, потому что я ему заправил гольф. Итого ровно пятак. Вот. Так что с него еще косарь. Потому что перевели мы ему 6. Вот. И типу пришлось отдать обратно. Компрессор вот. Ну. Все. Вернулся обратно. Да, да, второй раз уже. Да. 350. Да, ну оно как новое. 42 тысячи по веку, 18. Самолет. А, в один. Может, кстати, встретить нас. Заодно можешь, кстати, ты можешь нас даже встретить, если у тебя желание есть. Через 2.5 часа. Вот. А в 14. Ну мы напишем, если он готов, если он согласен. Ну, если ну, надо, то мы можем написать тебе расход точно. Внуково. Поля, блядь, все в полях вообще, блядь, эти подсолнухи, кукуруза, блядь, все, блядь. Да какая она нихуя не созревшая вообще. И за забором. И за забором вообще, блядь. Вот, до Грозного вон 500 километров, блядь. Это такая аккуратная водичка? Нет. Нет?
Ну, он такой, знаешь, там, Славоск. Это он продолжает Гвантана, Богданов. Севкам ТВ, понял, да? Да, 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 да. Опасный поворот. Ограничение 90. Это конечно.
стемнело бы в 11, я бы даже не парился, что ехать прям до этого. Стемнеет ведь вот-вот. Солнышко уже. Не пойму, что. Даже разницы по времени нету со Ставром. Алло. Да, добрый день. А, да, Олег. Блин, Олег, я вообще разобрать не могу, что говоришь. Алло. Олег, я вообще не слышу, что ты говоришь. Ограничение 90. На этой неделе? Алло. На этой неделе, скорее всего, уже ничего не будет. Прям вот 99,9%. Скорее всего. Ага. Но согласен. Олег, ну, сейчас что-то это, ну, во-первых, очень плохо слышно, а во-вторых, давай, может быть, это, ну, ты завтра как, на месте вообще, нет? Давай, может, ну, завтра подъедем там, да поговорим. Ну. Да-да, мы завтра днем прилетаем. Да, может, и завтра заедем тоже. Ага, хорошо. Хорошо. Как? Я понял. Блин, ну все, уже что-то связь опять пропала. Октавиан. Да. Он все прям загорелся, он уже начинает ныть. Блин, работы нету. Все плохо. Я сегодня заработал 1250 рублей. Дай мне перегон. Дальчики. В 19:50 закат. Вот как раз через 20 минут закат.
Да он под хуёв грузит, а камеру он увидит, это да. А чё, чё были рассказывали? Не наварили, блядь, чё? Не наварили? Они всё уже разъехались? Угу. А чё, чё, почему не доварили? Не успели. Да, давай. А кто, они сами варят или им кто-то варит? Они варят. А кто, я так не понял. Там работа же, блин, ну... То есть просто твоих слов на пару часов больше. Вообще там ухлажнили. Прям до начала, да, доехать? Ну, а что? Ну, не, если прям совсем беда будет, лучше надо будет суметь. Ну, да, нормально едем, что едем. Вот какая-нибудь там сделанная полуживость. Нормально. Дыманем дальше. Как переодеться? Я уже и забыл, кстати говоря. На самом деле, я думаю, все это чушь. Да. Что у них там, туристов не бывает, не было, что ли, я не знаю. Все равно это не Корейца. А? Это не Корейца, а... Понимаете, что там называется. Банальчик угадывает. Шортов в Грозном есть. Прям первое это. Мало чем отличается нальчик от Грозного. Ближайшие родственники Грозного сочищаться. Ничего нет. Нет? Ну два этажа вот тут Грозного посмотрим.
на шортах уж точно нельзя. Таких можно и в Москве огрести. Ну и что там? Что можно Олесе позвонить, сказать, Олесь, что там у вас, селка ходят они? Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. А нифига не хочет. Олесь, кстати, так по-русски говорит? Да, вроде. Но фамилия такая, не это. Не русская. Виноград, что ли? Ограничение 90. Походу, да. Что-то изменилось. Ребята, 90 можно знаки везде 75. Слушай, 1600, это мы почти доехали до Челябинска. До Челябинска сколько там? 1800, по-моему, или до Яката. В Якате же это за мной. Это мы почти доехали, то есть одним днем можно. Но лучше двумя. В Казани заночевать.
меняется, да? Что-то фур сильно меньше стало. Да и вообще машин, да? Пшеницу убирают осенью. Как они сейчас? А ее, по-моему, несколько раз же убирают. Она, по-моему, быстро растет, ее несколько раз, по-моему, убирают. Но не осенью, до осени, по-моему, либо, может быть, ранней. Давай попробуем, уговорил. Это было как будто бы уже часа три назад. Нет.
Да поздно уже. Да. На самом деле хуйня на чуть-чуть вообще. Все нормально. Вот до обеда вообще хуево там надо отдохнуть. Не то потом пом отпустила как-то. Все похавали и все. Вообще нормально попадалось. Ну так, конечно, такой вяленько стоял. Более менее вообще нормально. Как-то, да? Ни людей никаких нет, ничего, да, вообще? Ну, это от трассы пока. В город приедем, там-то есть, там жизни живут. Жизнь кипит, в смысле. Впереди мобильный пост ДПС, который скорость ограничения 90. Бензо у нас уже меньше четверти бака. Надо заезжать, заливать. Вот насколько только? Да, вот вопрос. Надо еще. Уже и ночью, наверное, сколько-то прошло. Да. Таким сайтом. Да? Угу. Не совпадает. С Баскет совпадает, что ли? Нет, тоже. Шахасу позвонил, Хасан. Алло. Привет. Да, конечно.
Целый день спим. Нет, едем. Нам ехать еще 300 километров. Звонил, кстати, этот тип с сервисом, где все готово стоять. Вот, забирайте. Ай? Ну сейчас мы поспим чуть-чуть. Утром в 11 у нас самолет. Где-то часа в 3 мы будем уже в Москве. Все. Не понял. Слушай, да? Да, немножко это дурочка.